Дорогие бельчане, стимас балцен, сегодня в канун пасхальных праздников я, как примар муниципия Белц, запросил в управление социальной защиты список 100 семей в нашем городе. Это семьи, в которых от 3 до 8 детей, для того, чтобы как-то подарить им кусочек теплоты, потому что пасхальный праздник – это праздник, когда все ждут каких-то добрых сюрпризов, кто-то ждет исполнения желаний. Поэтому для вот многодетных семей муниципия Белц я подготовил 100 продовольственных коробок, значит, для того, чтобы как-то украсить праздничный стол. Значит, это сливочное масло, это сардины, это сыр, это колбаса, это куриное мясо. Естественно, две пасхи, самый важный атрибут пасхальных праздников, говяжья тушенка, сахар, рис, макароны, каша, конфеты, чай. Это самое маленькое, что я могу для вас сделать, поэтому вам добра, вам всего самого светлого. Овес Грижи Девой, Сентец Патриос Адеварат, чей коряв фамилии Дела Трей Полновопт Копий, Сентец Екземпли Пентрумул Салций, Паку Принт Петоц.